Это парк имени Щорса. Сегодня здесь кружатся карусели, смеются дети. А когда-то здесь располагалось городское кладбище. Оно называлось Всесвятским и было закрыто в середине 20-х годов. Однажды поздним осенним вечером в сентябре 1919 года сюда привезли запаянный цинковый гроб с вокзала железной дороги. Опустили его в могилу, вырытую еще утром, трижды выстрелили из револьверов и установили скромное деревянное надгробие с пятиконечной звездой, а потом забыли о нем на 30 лет. Откуда стелился кровавый след по сырой траве и где он оборвался? Почему герои гражданской войны на Украине похоронили в Самаре? Кто и зачем проводил эксгумацию останков красного командира? Я Михаил Перепелкин. Мы за новый мир. Красный командир Николай Щорс погиб в бою за сотни километров отсюда 30 августа 1919 года. Через несколько дней товарняк с цинковым гробом, в котором находились его останки, прибыл в Самару. Здесь и похоронили комдива, жизнь которого, как следует из песни, прошла в голоде и в холоде, а кровь была пролита недаром. Последнее обстоятельство, впрочем, до сих пор рождает споры. По традиционной версии, Щорс был убит в бою петлюровской пулей и умер на руках у своего заместителя. А потом его привезли сюда, в Самару, чтобы избежать надругательств над могилой со стороны тех же петлюровцев и белополяков. Но есть и другая версия, согласно которой Щорса отправили на тот свет свои завистники, которые завидовали тому, что авторитет комдива в армии существенно превышал их собственный. Они же, завистники и недоброжелатели, запаяли тело красного командира в цинковый гроб и отправили туда, где о нем никто не вспомнит, в Самару. Так останки героя гражданской войны на Украине оказались в Самаре. Ни о каком Щорсе здесь никто и не вспоминал. Ни в 1939 году, когда на экраны страны вышел фильм «Щорс», ни тогда, когда все от мала до велика горланили «Щорс идет под знаменем, красный командир». О Щорсе вспомнили еще 10 лет спустя, в 1949. В начале 1949 года из Москвы в Куйбышев неожиданно пришло распоряжение могилу Щорса разыскать и установить на ней памятник. Куйбышевцы всполошились. Старое кладбище давным-давно было закрыто, могилы сравняли с землей, а надгробия сожгли или разбили. Начался поиск документов и свидетелей. Наконец, один такой случайный свидетель был найден. Он рассказал, что в 1919 году был беспризорником и помогал сторожу православного кладбища. Участвовал он и в тех почти тайных похоронах комдива. Он привел комиссию сюда, долго бродил, всматривался, припоминая сентябрь 1919 года. Потом, наконец, сказал: «Ну вот, кажись, здесь». Вот здесь, на глубине 1,5 метра, под толстым слоем щебня, и был обнаружен цинковый гроб, который извлекли и увезли на эксгумацию. Тщательно исследовав останки красного командира, их захоронили на новом городском кладбище. Сегодня это кладбище на улице Партизанской. Отныне самарцы могли гордиться тем, что в их земле лежит тот, за кем шел отряд по берегу, шел издалека. Правда не знает срока давности. С вами был Михаил Перепелкин.